Карельские моряки, застрявшие из-за пандемии в испанском порту Лас-Пальмас на Канарах, вернулись в Россию. Ближайшие 2 недели экипаж проведет в изоляции. РКС Петрозаводска платит квитанции ветеранов Великой Отечественной войны в честь празднования 75-летия Победы. Нулевые квитанции за услуги водоснабжения, водоотведения и электроэнергию начнут отправлять на следующей неделе. В Петрозаводске в рамках НАСПроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начался ремонт на Вытегорском шоссе и набережной Варкауса. Рабочие обновят проезжую часть и тротуары. Карельское отделение Пенсионного фонда проведет горячую линию по вопросам пенсионного законодательства и приема граждан. На вопросы жителей республики ответят 28 апреля с 11 утра до часу дня. Телефон 8 814 279 5500. Старшеклассников приглашают к участию во всероссийском интеллектуальном конкурсе «Большая перемена». Победители получат крупные денежные призы и отправятся на отдых в пионерский лагерь «Артек».